А перед просмотром ролика рекомендую вам канал Moto Трепанатора. Это реально интересный и веселый мотоканал. Там трешовые взрывные видосы, также интересные проекты. Например, сейчас Трепанатор снимает сериальчик о том, как на питбайк ставить форсированный мотор от мотоцикла МИЦ. Реально интересно, что в итоге получится. Также видосы с полезной инфой по ремонту мототехники, безумные эксперименты и эндуро покатухи. В общем, заходите на канал и зацените сами. Ссылка в описании и в конце видео. Всем огромный привет, Палыч на связи, и сегодня пришло время Карабаса. Будем обслуживать коробку передач мотоцикла Днепр, причем в тепле и комфорте. Но прежде чем приступить к КПП, я решил сначала собрать сцепление, а сделать это без первичного вала весьма проблематично. Поэтому первое задание — это вытащить первичный вал с коробки. Скажу сразу, что коробка для меня — это страх, поэтому глаза боятся, а руки делают. Мне на самом деле вообще советовали коробку не разбирать, но сальники и подшипники здесь изношены в хлам, поэтому обслужить коробку, как полагается, нужно обязательно. И я на самом деле очень рад, что предварительно промыл коробку как снаружи, так и внутри. Работать в таком случае реально одно удовольствие. Ну а вот руки вытащить вал мне не удалось, поэтому неожиданно для себя я решил снять подшипник. Зачем, спрашивается, снимать подшипник? Да, хрен его знает. Но далее, немного поддев отверткой вторичный вал, мне удалось все-таки вытащить нужную группу шестерни. Так как маховик у меня уже стоит и, возможно, даже надежно прикручен, ставим 6 пружинок, которые у меня уже стоят, и кладем первый диск. Я не показал, но с обратной стороны он имеет посадочные места под пружины, поэтому и легко встает на свое место. Далее ставим первый диск с заклепками вверх. Следующий в очереди промежуточный диск, после чего второй диск сцепления. Далее располагаем последний диск, который имеет углубление на отверстиях для шляпок болтов. Теперь, чтобы совместить диски и в будущем без проблем поставить коробку передач, используем шток сцепления для центровки и первичный вал для совмещения зубьев на дисках. Далее, чтобы проще было сжать диски, используем несколько болтов большей длины и зажимаем все это дело, совместив при этом отверстия. И после того, как я зажал сцепление тремя длинными болтами, можно без проблем закручивать штатные болтики. У меня они новые, так как при разборке старые просто пришли в негодность. Кстати, хотя эти болты и будут керниться, я все равно предварительно закручиваю их на фиксатор резьбы и для хорошей затяжки использую ударную отвертку. Как я уже сказал, после затяжки болты нужно накернить, чтобы предотвратить раскручивание. Но так как керна я не нашел, использовал просто старую отвертку. Я думаю, сойдет, тем более, что все болты сидят на фиксаторе резьбы, поэтому никуда оно не денется. Теперь вытаскиваем штук сцепления и первичный вал. На этом этапе с двигателем закончили. Теперь коробка передач. Разбирать ее полностью в моем случае не имеет никакого смысла, так как мне нужно поменять потекшие сальники и убитые подшипники, поэтому ограничусь только первичным и вторичным валом. Кулиса работает нормально, люфта нет, переключает четко. Единственное, что я заметил, это ослабленный болт крепления вала ножки переключения передач, поэтому гайку зажал и зафиксировал. Далее я снял все подшипники съемником, но этого не показал, так как в этот момент как раз села батарея в камере. Кстати, предварительно подшипники я не покупал, поэтому пока заряжается камера, я сходил в автомагазин за порцией новых игрушек. Так как подшипники у меня закрытого типа, то в месте, где нужно, открываю с двух сторон, а там, где не нужно, открываю с одной стороны. И я думаю, понятно, вы когда будете ставить, вы поймете. В местах, где хороший преднатяг, предварительно прогрел горелка и с помощью старого подшипника насадил все это дело на штатное место. Такую же операцию проделал со всеми остальными подшипниками. Единственное, что скажу, это то, что поменял резинку подшипника первичного вала и вернул на место рабочую область сальника. Теперь пришло время самих сальников. Учить, как доставать сальники, я думаю, не нужно, а вот с новым сальником кикстартером беда. Я заметил, что он рваный. Это на самом деле пипец, товарищи, насколько херово сейчас штампуют детали. Благо, этот сальник можно поставить при собранной коробке, поэтому пропускаю этот момент и иду дальше. А именно, устанавливаю сальник кардана, меняю резинку на штоки полуавтомата и ставлю сальник первичного вала, который довольно легко туда зашел. Теперь после обслуживания можно приступить к самой сборке. Смазываю посадочные места подшипников, собираю вилочки на шток и ставлю на рабочую зону. Подкладываю блины под коробку, чтобы первичный вал не уперся в пол, и пытаюсь установить все и сразу. Но так как на свои посадочные места подшипники с первого раза не стали, вытащил шток вилочек и подбил валы резиновым молотком. И уже после того, как все стало на свои места, поправил вилочки, вернул вилку задней передачи и зафиксировал штоком. Ну, на первый взгляд, все окей. Теперь заводной сектор. Здесь все легко. Сначала одевай шайбу, потом первую шестерню, вторую шестерню и еще одну шайбу и пружинку. Теперь в камере закончилась память.
просто класс. Далее ставим так называемую паразитную шестерню, обезжириваем поверхность для прокладки и, как всегда, очень тонким слоем намазываем герметик на поверхность. Ставим прокладку и опять таким же очень тонким слоем проходим герметиком. После чего посадочное место для подшипника я предварительно прогрел и, следя за тем, чтобы колено полуавтомата стало на свое место, начал ставить крышку. Прогретая она должна легко зайти, поэтому подбиваем молоточком так, чтобы все валы попали на свои места. И крышка довольно легко садится на свое штатное место. И пока я ее не закрутил, решил сразу проверить передачи. И здесь, на удивление, все отлично. Ёлки-палки, механик от бога. В общем, все передачи включаются четко, и даже задняя появилась, которой здесь, в принципе, не было. Далее по стандарту. Закрутил все болты. Единственное, что с одним немного переусердствовал. И сначала подумал, что сорвал резьбу, но, как оказалось, я просто сломал болт. Охренеть. Конечно, печаль, беда, но исправлю эту проблему уже перед тем, как буду ставить КПП на мотоцикл. Далее я поставил карданную вилку и зажал все это дело с фиксатором резьбы. Пока что без стопора, стопор как и сальник кикстартера и всю остальную дребедень я уже поставлю перед установкой на мотоцикл. Ну и по сути все. Боялся коробки как огня, а по факту здесь ничего сложного. Конечно, полностью я ее не разбирал, но считаю, что в данном случае в этом нет необходимости. Ну а вам спасибо, что смотрели. Про священный пендель вы знаете сами. Добавляйтесь в Инстаграм. Добавляйтесь в ВК, а также не забывайте про колокольчик. Кстати, другие видео тоже обязательно смотрите. С вами был Влад Палыч, и вам огроменной удачи и с наступающим вас.